All right, we have entered one of the most controversial passages in the book of Revelation, and I will have, because I'll read those first six verses of chapter 20. Мы сейчас с вами дошли до книги Откровения, это 20 глава, с 1 по 6 стихи, и мы его прочитаем. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет». И низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время. И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Блаженны святы, имеющие участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти. Но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет. All right. Five times in that past, those six verses, 1,000 years is mentioned. Пять раз в этом вот фрагменте, состоящем из шести стихов, упоминается 1000 лет. So let's look at the characteristics of this 1,000-year period that's called the millennium. Рассмотрим особенности этого тысячелетнего периода, названного, который иногда называют миллениумом. Because this is very important for us to be able to understand whether this whether we are in the millennium now or whether it's in the future. И очень важно для нас понять, находимся ли мы уже в тысячелетнем царстве или тысячелетнее царство имеет отношение только к будущему периоду. We should be able to compare our present condition with the conditions that are mentioned in this passage. Для этого нам просто необходимо сравнить условия нашей жизни с теми условиями, которые описаны в данном фрагменте. And then we will be able to tell whether we are in the millennium now or not. И тогда мы уже можем конкретно ответить на вопрос, началось тысячелетнее царство или еще нет. So the first characteristic of this time is that it is the complete binding of Satan. А первая особенность этого периода – связывание сатаны. And this is really critical to understanding this particular time period. И вот это понятие очень важно для понимания всего периода. You see in verse 1 that an angel comes down out of heaven with a key in one hand and holding a chain. В первом стихе автор увидел ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Now when an angel comes from heaven, he has a job to do. Если ангел сходит с неба, значит у него есть работа на земле. And when an angel has a key in his hand, that symbolizes the authority of God. А если в руке ангела еще и ключ, то это символизирует власть, данную ему Богом. So he has a specific task that has been given to him. Другими словами, ему дано конкретное поручение, которое необходимо выполнить. And he also holds a chain. Также он держит еще и цепь. And he, in verse 2, he seized the dragon, which is, of course, Satan. И во втором стихе написано об этом ангеле. Он взял дракона, змея древнего, который есть сатана. And the Greek word that's used there means to take into custody. А вот этот глагол «взял» в греческом языке означает «взять под стражу». So basically, this angel comes and arrests Satan and puts him in jail. Можно сказать, что ангел пришел на землю, чтобы арестовать сатану и отправить его в тюрьму, в темницу. And he uses a chain to bind him. И вот цепь как раз была необходима для того, чтобы сковать его. Now this arrest or this binding is accomplished by an angel under God's direction. Итак, можно сказать, что все это сковывание сатаны, связывание сатаны исполняется ангелом под Божьим водительством. So he binds him and throws him into the abyss. Он связал сатану, заключил его и бросает его, низверг его в бездну. And we have seen the abyss before, haven't we? А мы с вами уже встречали этот термин бездна несколько раз. The abyss is a lockable place. То есть бездна — это то место, которое можно затворить и закрыть на ключ.
There have been demons that have been locked in the abyss, then an angel comes with a key and lets them out. Потому что мы с вами видели те фрагменты, где в бездне были заключены падшие ангелы, а потом отворяется эта бездна, и они выходят из нее. And in this case, the angel throws him in and locks and sealed it over him. Verse what? Verse, в третьем стихе мы видим, что он низверг его в бездну и заключил его, ключом, значит, закрыл, и положил над ним печать. Этот глагол «заключил» в греческом, значит, подразумевает, что у кого-то должен быть ключ для того, чтобы открывать и запирать бездну. And the word means that you can You need a key to get into the door from the outside and outside the door from the inside. И ключ необходим для того, чтобы открыть бездну снаружи и выходя из нее тоже открыть ее, чтобы отворить. In addition to that, this Greek word for seal means it can only be opened by one with authority to do so. И он не только заключил его, но и положил печать. И вот это греческое слово печать означает, что только тот, кто имеет власть, сможет потом открыть, снять эту печать. A complete binding. То есть можно сказать, что это уже сковали основательно, связали основательно сатану. And the purpose of this arrest and imprisonment is very clear. И совершенно очевидно, с какой целью сатана был арестован, связан, заключен и еще и запечатан. Verse 3. В третьем стихе мы читаем. To keep him from deceiving the nations anymore until the 1,000 years were ended. Дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1,000 лет. So now there's going to be a 1,000-year period where Satan is not able to do what he has done for thousands of years, which is to deceive people. И сейчас, значит, начнется период продолжительностью в 1,000 лет, во время которого сатана уже не сможет делать все то, что он делал раньше. There will be no external deception. То есть обольщения снаружи или внешнего обольщения не будет. Now, have you heard of the amillennial period of, or the amillennial understanding of this time frame? Вы слышали об амиллинарийской точке зрения на тысячелетнее царство? Amillennial believes that we are in this period right now. Амиллинарийская точка зрения утверждает, что мы уже живем в век тысячелетнего царства. Тысячелетнее царство уже наступило. They believe that Satan is now bound. Они считают, что сатана в настоящее время скован, связан. They believe that Christ defeated him on the cross and he is no longer able to deceive the nations. Последователи этой точки зрения считают, что Иисус Христос одержал победу над сатаной во время своего распятия, и поэтому сатана уже ничего не делает. Neither do they believe that this period of time lasts for a literal 1,000 years. И они не думают, что тысячелетнее царство будет продолжаться ровно 1,000 лет. То есть не толкуют буквально, что 1,000 лет — это есть 1,000 лет. So what this means in their understanding is that Satan is presently powerless in the world. Другими словами, это означает, что сатана в настоящее время совершенно беспомощен, не обладает никакой властью и влиянием. Because that's what he does, isn't he? He's a deceiver. Потому что он, в общем-то, этим и занимался всегда. Он обманщик, обольститель. And furthermore, they would believe that we are now reigning without opposition with Christ on earth. А миллинаристы также считают, что мы уже сейчас царствуем со Христом на земле, и нет никакой оппозиции, нет никакого противления нам. Now, I don't know about you, but I don't find that position to be in line with Scripture. Не знаю, как вы, но я не нахожу библейского обоснования для этой точки зрения, чтобы все в этой позиции было согласовано с Библией. There is another position called the post-millennial position, which believes that
the church will bring in the kingdom of God, and then at the end of that time, Christ will return. А есть еще одна точка зрения на тысячелетнее царство, которое называется постмиллинаризмом, и заключается она в том, что церковь будет способствовать установлению тысячелетнего царства на земле, и уже в конце тысячи лет будет второе пришествие Иисуса Христа. And then the premillennial position, which is the one I hold, which believes that Christ will come and establish this 1,000-year reign. И еще одна существует точка зрения, а сторонником которой являюсь я. Это премиллинаристская точка зрения, в соответствии с которой спрежде придет Иисус Христос, и потом уж только будет установлено царство тысячелетнее. So another characteristic of this time is the exaltation of the righteous. Поэтому еще одна особенность тысячелетнего периода заключается в возвеличивании праведных. Праведники будут возвеличены. The people who had been the persecuted and even martyred people of the tribulation period were now going to rule with Christ. Те люди, которые подвергались гонениям и умерли мученической смертью, которые, как по тексту, были обезглавлены за веру, теперь будут править. Они воскресли и будут править вместе со Христом. So the people who had been executed because of their faith are resurrected to rule with Christ. Значит, мы можем сказать, что люди, обезглавленные за веру, воскресли, чтобы править. So again, I ask, has that happened? Мы задаем себе вопрос, разве это уже произошло? Has there been a vast resurrection of people who have not worshipped the beast and have not received his mark? А было ли уже массовое воскресение людей, которые не приняли начертание зверя и не поклонились ему? I'm quite sure that the mark of the beast has not even been offered yet. Совершенно очевидно, и я в этом убежден, что начертание зверя еще даже и не предлагалось принимать. And this group of people in verses 4 through 6 here are clearly and specifically tribulation saints. А вот то, о чем говорится в 4 и в 6 стихах, мы видим, что это люди, которые прошли через великую скорбь. So another characteristic of this time frame is the unopposed reign of Christ. И еще одна особенность тысячелетнего царства – это царствование Христа без какой-либо оппозиции. There are going to be, I believe, unbelievers on the earth. Я верю в то, что еще будут неверующие люди на земле. Because otherwise, who are the believers going to rule? Иначе кем будут управлять верующие, если неверующих не будет, над кем царствовать? In addition to that, as we're going to see in the next passage, there is going to be a rebellion after this thousand-year period, and someone has to rebel. А когда мы с вами прочитаем следующий фрагмент в этой главе, то мы с вами увидим, что через какое-то время будет бунт, будет восстание. Естественно, что кто-то же должен был восстать против Бога. Это неверующие люди. So someone has to rise up in rebellion when Satan is released. Поэтому кто-то должен поднять бунт, кто-то должен быть предводителем, когда будет отпущен сатана. Now it's very hard to believe that the people who would rebel against Christ would be the offspring of resurrected believers. Очень трудно поверить в то, что против Бога восстанут потомки воскресших верующих. But in fact, believers at this point are in a different state. И вообще, верующие вот в этот период находятся совершенно в ином состоянии. The rapture has taken place, the resurrection has taken place. А уже произошло восхищение, уже произошло воскресение. And at this point, I don't believe that that believers are having babies. Теперь уже у верующих людей в этот период не будет детей. У них не будут рождаться дети. We are not married in heaven, we are part of the family of God. Потому что на небесах уже не будут жениться и вступать в брак, мы будем частью Божьей семьи. But as we're going to find out in the next passage, there's a huge group of people that are brought together to oppose Christ. Однако вот в следующем фрагменте мы с вами увидим, что огромное количество людей, непокорных людей, непослушных людей восстанут против Христа. And frankly, depending on how many people you started with,
A thousand years of procreation can account for the huge numbers of people who will rebel. Я не знаю, сколько людей изначально будут жить в тысячелетнем царстве, однако достаточно тысячи лет деторождения объясняет это огромное число непокорных людей в конце этого периода. If you decide with a few people then they double every 20 years, you'd be amazed at how quickly you could reach a very large number. Даже если вначале было не так уж и много неверующих людей, но через каждые 20 лет, например, их число удваивалось, то за 1000 лет получится достаточно большое число. ТВ-семинари – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. So this idea of the millennium is one of the enduring controversies about the book of Revelation. И вот тысячелетнее царство вызывает очень много дискуссий. And every discussion I've heard about it and every seminar I've been to, this passage is the one they talk about. И вот во всех этих дискуссиях, которые я вообще слышал по книге Откровения по тысячелетнему царству, чаще всего именно по этому фрагменту возникают споры. And if you take the book of Revelation in a literal way, you will always, it seems to me, end up with a premillennial view that Jesus is coming to establish this 1,000-year reign. И если буквально воспринимать то, что написано в книге Откровения, то, скорее всего, остановишься на премиллинаристской точке зрения, что Христос сначала придет, а потом уже будет восставлено Царство Божие. But if you have a less literal view, then you can make this passage say other things. Но если у вас другой подход к толкованию, то вы можете увидеть в этом фрагменте что-то другое. But as I sought to approach this book based on what the text says, not what I necessarily believe, then it becomes very simple to believe that this is literally true. Но так как я подхожу к толкованию этой книги с точки зрения того, что само Писание говорит, то буквальное толкование в данном смысле, в данном случае имеет смысл. То есть я не пытаюсь подходить к тексту через призму своих убеждений. And verse 5 talks about a resurrection. В пятом стихе говорится о воскресении. And I would believe this is the resurrection that takes place, you know, at the same time as the rapture. Я вот лично считаю, что первое воскресение происходит одновременно с восхищением. And the rest of the dead here in verse 5 that did not come to life until after the 1,000 years were ended, those are non-believers. Дальше здесь написано, что прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Неверующие воскресение неверующих произойдет в конце этой главы, когда они воскреснут для суда. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.